Ну да, кстати говоря, что-то я здесь это тридцаточкой ошибся. Десятка. Да, десятка еще куда лучше. Тут я меньше народу, больше кислорода. ЦУК 10 хочу. Нет, я имею в виду 10к, короче, и я фу, и я бисовый. 10 тысяч в игру, я бисовый. У меня, короче, без одной шмотки, я тебе скажу, 16 косарей, не считай команды. Не, я вот сейчас с магазина смотрел прям. Мне вот 6 шмоток надо с ЦЛК-25. Ой, какой, я же, блядь, волю не посмотрел. Ну, 1012. Ухами, короче, 30-ка выходит, полностью 30. Все, короче, нашел. А ну что, давай. 30-ка с ухами, со всей херней, короче, там... Это вот, я, короче, насчитал десятку, это только шмот, без двух триник. Соответственно, еще две триники, ну, еще пятак, блядь. Ну, в принципе, так и получается. 1015-16, нахуй. И вот у меня бисовый ДК. Ребят, дайте кто-нибудь 16 тысяч, пожалуйста. А я потом игровой валюты отдам. Комедиан паладин здесь. Да, да, да. Все запомнил. Миша, хотите, да, я сейчас покурить схожу и попробую. Да, да. Что я тут уже весь потел. Ну, что сейчас будет? Это... Что сейчас будет? Тут, короче, смотри, это, Вов, потом ты мне поможешь с этими, с аддонами, короче, на этот, на ПВЕ, ладно? Okay. Так, чё, я тогда тоже курну, давайте все покурим быстренько, да, и все, и пойдем. Чтоб потом уже не выходить посреди инста на перекур. Сейчас вот, покурили, вот, пошли. Вов, вот сейчас у меня вылетает, короче, десятка, как нифиг делать. Ну, нормально. Давай я им пикать там кулаки, каски других там просто. Уже им пикать раздали. Давайте я кулаки туда раздам. Вы каски раздайте. Не на того повесил дилку. На Мелькора вешать дымку, она ему нужна. Ну что-то как-то пати, это жестковатая, мне кажется. По луту что там? Группу же, да? Да по группе, на группе идем, конечно. Вот и что надо. Блин, ё-моё, я хочу такого вара, вот как вот этот вар. Какой? А где на палку тут такел? Как Настя, что ли, как не тебе? Ты себе закинь этого шамана, чтобы он тремор ставил. Сейчас, финальный штришок, сейчас я пивасика себе налью и буду готов.
Ебал тут фирку. Короче, чего бы я смотрел тут по счету этого долбанного билда, ну, гайда, короче. Глушащий выстрел надо использовать везде, короче. Ай-яй, все, ребят, куда убежали-то? Да трэш мы бьем, не волнуйся. Конечно. Я, блин, поднялся наверх, сразу меня почему. Куда? Да а куда ты наверх поднялся? Ты че? Вы же заново начали или с нуля? Ну, все. Ладно. Катом. Не, блядь, сейчас. Андрюха, вот ты, блядь, карту смотри. Я же попросил, подождите, ребят, давай покурю и чё, ну все побежали куда-то. Да, сразу, я не за вас. Блядь, карту налево показывали. Я не хожу налево, не надо, чё. Как вы смели меня уронить, сволочи? О, вот я слышал. Резвый голос. Так я с телефона сижу. Я что-то в итоге не так сделала. У меня наушники пока не работают. Я с телефона зашла. Тиханула. Ребят, починка есть у кого? Сейчас подумаю. Есть, есть. После первого босса будет починка. Да сдохнешь ты, нет, твари не идет. Да уж. Может, починимся и пойдем, а? Давайте починимся. Ну, починка будет после того, как мы убьем первого босса. Ладно, понял. Давай. На пол на кого? Но там будет NPC, понимаешь? На пол на черепов. На череп, на Void Defender. Стой, 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 стой. Лужа, лей. Лови. Посмотри просто, какой у нас пати. В кору оп собралось, блядь. Туда заходи прям. Заходи туда. Заходи туда, там будем бить. Блин, ну ладно. Открывайся туда, залево прям. Перенаправление неправильно прописано. Вот смотри, Андрей Хант, вот этот чувак, он будет тебя чинить потом. Или сейчас прям. А если репа там, есть. А чё он меня просто берет и не чинит? Потому что у тебя репутации нету. Не, он должен подойти, починить меня. Блять, ну как так?
Зачем вы пулите-то раньше времени? Ни маны, ни хуя нет. Сорян. На пуль. Стоп ДПС. Да заливайте, короче, он все равно нам не сидит. Раз, два, три, меня слышно? Да. Это, дамаг скиньте, ребят, я посмотрю, пожалуйста. 6.5. Да. Так, у меня вот эти два макроса не работают. Убираем. Перенаправление не срабатывает. Неправильно, короче, фокус таргет. Так надо Вову убрать и Милькора убрать спать, значит они дома лучше дать. А, символ верного выстрела еще надо поставить. Видишь, символ этого... Охуевый. Я с тобой согласен. Да у меня где это, убийство выстрела. Да, заходи туда. Нет.
Какой шустрый вал. Все, пойдем этого убить. Да. Вы говорите, если что, право-лево, я просто не знаю. Я запутался уже, бля, я не вижу даже кого бить. Такая каша тут, блядь. Нормально, быстро идем. Да понятно, я путаюсь уже. Я путаюсь тут в блюдах, спотыкаюсь. Короче, бейте. Я не понимаю, кого... Почему? Подожди, маме нет. Хагришка, короче, идем морозы. А где тончаться? Там или спустить еще да сюда? Например? Прям вниз спускай его. Прям где лестница начинается стоять. Тут. Просто агри и все. На пульте. На...
Ребят, а кто рецепт пролил? Формула. У кого? Формула. Я хрен знает. Я рецепты нажимаю. А он тебе нужен? Ёшкинко. А что, может, посмотреть ее сразу? А нет, надо на ОДС-ку. Я ж все фаера начинаю собирать. ФФБ? Фаербол? Да. Ну да? Ох, ты больше тебя урёшь. О, 100% шанс крита, ништяк. Ха-ха-ха. Блять, кого вы бьете, нахуй, хоть поймешь. Я вот на кнопки жму просто так, блядь. Если кто-нибудь попадется, то заебись. Я не понимаю вообще нихуя. Это не только сейчас. Не, ну серьезно, такая куча мала, блядь. Я не могу моба убить. Ну и ладно, Лея, уешь. Ты же АБК? Не, он просто... Ой, только перед этим боссом не лети сразу. Мне прилогнуться надо. Надо бы не стать терпесным. А? Thank you.
Идем до Макса, будем смотреть. Сейчас положите. Дайте ребаху помогу. Все бы хорошо, но позвоночник бы не торчал у меня из плаща. Нормально было бы. Все, погнали. Ставь ее по центру. Поехали. Мажор. Да. А это что? Мне здесь пойдал. Блин, я половину простоял, блин, видит. Хуй. Встань, блин. Киньте домой. 11 у тебя. Какой 11? Не-не-не, у меня он. Ну, в принципе, десятка почти вылетает. Ну, не знаю, у меня скада показывает вот так. Сейчас отчет. Ну, у меня в гильдию кидается. У меня вот так показывает. Ну, Вова, понял? Ну, не знаю. Вот так вот. Я говорю, мне надо релогнуться сейчас. Релогнуться. Это, а пока чё? Чистить отражу. Ночная погибель-то сделаем? Там квест. Конечно. А что не, ну, Вова, смотри-ка, да? Поменял, да, там макросы прописал. Да, мак увидеть можно. Так что... Погоди, делай. Стой! Стой здесь, я сейчас... Блять. Ну вот этих убьем. Я глазом сейчас туда ебану и приведу их, чтоб там не морозились. Я выбил тут себе. У меня теперь есть как у Лока глаз. Ладно, ой, чё ты там ругаешься? Че, Иван, ты будешь релогаться или все, я полетел туда, глазиком? А, все, сейчас, стой. Блин, надо на проф уйти срочно, 11к дамаг, ребят, надо уйти. Мало. Минкеретка поднимите, пожалуйста. А что там Настюха доругалась на меня, я так и не понял. Не знаю. Так, слышишь? Да. Вот теперь слышно. У меня просто наушники лежали далеко, я что-то на микрофон подключил, а наушники сами не работают, по сути. Да я ругалась, походу дела, ты меня забил. До смерти. Да, ну, может быть. Я ж тебе говорю, я ничего не понимаю, вот кстати, я почему лягу. Thank you.
О, классно, да. Давайте по стеночке аккуратненько сейчас пробежимся. По правой стенке. А, уже согрели. Ну понятно, блядь. Убери собачку пока. Андрюха, собаку убирай сразу. Подождите, вы берите, я выгоняю вас не все раньше. Давай, шашлык ее сразу делай. Я бы, конечно, это, но без собачки плохо, ребят. Ну, в некоторых моментах нужно убрать, чтобы трэш лишний не сагает. Потом опять вызовешь. А это как не хочет. Значит, обосрется, блядь. Пусть терпит. Вот здесь только из этих белых лучей выходите и все, все. А, еще не все. Да они же вроде не работают, эти белые лучи. Да хуй знает. Я эксперимент уже проводила, в них стояла. Работают, да? Может, тебя просто хилили, заебись. Так что я даже не замечала, как ХП уходит. Да не, враги. Враги. Так, где белый луч? Сейчас проверим. Я там, ребят, кучку молов согрел, маленькую. Штук 20. Вроде как ДПС увеличивается. Ну, как придут, так и помру здесь. Не переживай. Нужно мобов выводить оттуда. КД на прохтом. У меня. Вот, чарка. Говорите, дамаг не идет, да? Это было первый раз. Это, видимо, не из-за луча. Потом не надо их выводить. Не иди наверх зачем. Я не знаю, просто куда идти. Это опера сейчас будет, да? Угу. А тут самая жесткая, да, считается, она здесь есть? Нет. Так ладно. Чё будет? Кто на что ставит? Красная шапочка? Шапочка по-любому. Мне понравилось. Сначала увидим. Мне понравилось бегать тот раз. Джульетта. История любви. Самое главное на третьей фазе их одновременно залить. Ну тогда это, сейчас флот стопаем, Вован, а ты координируй, окей? Окей. Что-то здесь тесно, мне не нравится. Да ладно тебе. Рыбку бы еще дали, ну чё? И не так он толстый. Да во, мне надо форму чар для обуви, танцу. На, тебе? Ну дашь потом обмен, я тебе отдам. Все что ли? Че так быстро? Ну, это не все. Сейчас будет Ромула. На пульт.
еще что ли? Нет, сейчас они вдвоем будут. Сначала бьем Джульетту до 300 тысяч, потом Ромео. Я не обещаю. Давайте, бьем бабок. Давайте. Так, в Ромео переключаемся. Давайте забиваем Ромео быстренько, быстро, быстро, быстро. Все. Дамаг, скиньте. И у кого эти чапки-то были? Чапки. Профи Харду дайте, пожалуйста, эти чапки так на бошку, на обувь. На обувь. Все, возвращаемся. Спасибо. А, еще одна. Профи, убирай сразу собаку. Чего мне нравится моя собака, а? Зацепишь тут пак, сагрится полон ста. Ну она, у тебя агри тысячник, понимаешь, мулов? Нахер это надо? Собака ненавистник. Ну не надо, у меня он лабрадор есть, я люблю собак. Ну, блин, не в Каражане. Куда ушли-то? Ну открой карту, посмотри. Андрюх, ну что ты? Поднимаешься, у меня сейчас солнце с окна светится, я вообще, я здесь, короче, знаешь, с закрытыми глазами сейчас очки пойду. Вниз спускаться надо? Обратно беги просто. Ладно, давайте здесь тогда подождем. А то Ханза будется. И без собаки, пипец. Все, жопа, нафиг. Всегда не ждете меня, короче. Господи. А, ты же говоришь, убери. Ну, вставай. Заходи, теперь направо беги. Давай. По лестнице направо там. Отойду минутку пока. Дело не в собаке было, дело в ханте моей. Все, давай за мной. Я еще стаю не включу, ребят. Сейчас стаю, с духом стаи буду. Не надо. А чё, блин, ребят, все одеты. Давайте поэкспериментируем. Давайте, бьем. Бейте. К тому времени, когда я добегу, должны все расчистить, ребят. У меня жена дома закрыла, ушла на работу, у меня ключей нет. Вообще ништяк, блин. Зато вдруг я 4 литра самогона пригнал. Так я, мы с ним побухали вчера, я энергетик выпил, короче. Просто, ну, скучно, поиграть решил. Игру там. Энергетик простой выпил, меня так разнесло, я вообще просто даже не помню. Не пейте, энергетик называется, извините. О, ребят, мы сейчас эту шею мочить будем. Не перепрятаться. Кому квест на погибнуть? Нет. С КД-то на этого. У тебя же десятка, да, получается, на профу? Да. Вот, и давай с КД только не выходи из игры потом. Может, как-нибудь соберем или что-то. Ну, так я вообще за. Я прям мечтаю об этом.
Я профу, знаешь, во сне видел сегодня мертвую. А что делать? Мне урну какую-то надо заюзать. Скажите, что там делать? Все, я заюзал. Ну что, тебе надо просто убить. Бить, да. Вроде поднять. Готовим, да. Смотри, короче, танкуешь и просто вот так вот. Вот сюда встаешь спиной и здесь стоишь на одном месте. Никуда не бери. Стоять как в ком сейчас? Так, что-то я пропустил. Где на расстоянии? Развернись в другую сторону, поставь его. Так? Да, нормально. Андрюха, собаку поставь свою на это, на бездействие. Да, еще, пожалуйста, я тебя просил уже, ну, вместо Hunt MM напиши имя. Так и зовите Hunt. Сошлись все к черепу, подошли все. Стоим, стоим в кучке. Сейчас агри на себя мобов. Залюлил я. Все, встали по своим местам. Идем. Черепку подошли. Готовься агрить. Давай лужу. Все, отошли. Пока нет. Она еще будет раз, да, взлетать вон? Да. Блядь. Тоже хотел прожаться. Ага. Я тоже думал уже спросить. Прижиматься нет. Да стой на месте, стой, не надо, не поворачивай. Это все прохиливается. Сошлись черепом. Я не пойду в опаленную землю. Чисто. Би-би-би. Ты же такая. Антоха, что на плохо? Поехали. Мне что-то прям нравится эта хуйня. Блять, из автоботов говорил такую хуйню. Когда пиздец. В одному из
главных этих дезептиконов. Он говорит, да, поехали. Да. И как развалил его. Ну, эти серьги жесткие, конечно, это. Она ее берет или не особо? Пожалуйста, подарите вещи. Нету, не стрёмно, мне... Не на трансмут, а так? Так, да, и на Макс, трансмут. Тебя. А вот скажите, теперь Макс, что, мне из его сдавать пойдет. Надо или что? Нет, мне не понравился он. Вид какой-то у него ублюдочный. Квест. Ты дамаг будете скидывать, нет? Ну что тут дамаг скидывать, Андрюх? Да я, блин, тест направо. Не помни, куда и как мне надо. Мне квест сдавать или не надо? Потом сдашь. А после него там на этого, на ласта, наверное? Нет, нет, на ласта это уже в деле. Зара уже в героическом ли. Не надо говорить. Тут хули смотреть, тут босс. Это маленький, это вот, ну, кайти, там смотреть уже, когда ты бьешь его минуты 2-3, что у тебя и мана там просаживается, и как вообще все это вывозишь. Классов было нет. Нет. Ну да, здесь чисто бурст. Это патч в 4 раза сильнее, чем должно быть, да, поэтому... Сюда должны сейчас ходить 220-й, а у нас патер. Ты взгляни, блядь. Не проф. Да, это профу. Я профу. Некоторых убрать. Можно убить. Ну его нужно? Блин, нет, уже... Хорошо. У нас сейчас что получается? Да, 214. Ты самый маленький, uh-huh. Который, походу, не понимает, что вообще происходит здесь. Да, не знаю. А, то я думаю, не с гильды, блин, чей-то вот. Стой, 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 сразу влево, 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 уходи влево, 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 аккуратненько и прям по стенке. Вот это вот левого агри, прям на него беги. Ну или так. И также потом в левую сторону все ушли. И по стеночке прошли вверх. На ком дебаф Израиля вышли. Ну опять мне собаку убирать, нет? Не надо тут ничего убирать. Все нормально. Три раза сильнее, когда сын ходим, блин, боимся. Мы не боимся, просто зачем тратить мне лишнее мне время? Мне одна секунда дала. Ну чё, куда мы пришли? Чё это такое? Чё это за садой стоит? Ну там смотритель сейчас будет, за этим коридорчиком. Там будет Т4 шмот, первый. Все, давайте, пошли тебе, чё стоим-то? Я сам сейчас двое умерли. Я маны вот нет. Короче, это, хорош. Сейчас вот это убиваем.
И потихоньку замолчали все. Это херня какая-то происходит. Ну, блядь, а чё? Ну, двое умерли, всем похуй, кого-то бьём уже, блядь. Все сидели, ждали, резнули, пошли. Давай, погнал. Иди. Сюда также выводи. Садись, воет на большого и сбивай косты ему. Все, теперь туда врывайся, в тех больших. По прямой, по прямому. Чего ты в бок смотрел? Лифанул немного. Ты имеешь в виду, когда летел, что ли? Но. Давай, вот этих двоих веди, короче. Ты её пошёл, блядь. Погоди, я сейчас притяну, а ты забери. Стой. Чё стой? Нихуя не надо. Умер один вообще так. Ну поздно. Ему, короче, поебать на пол, да? Да. Стой здесь. Стойте, стойте. Чтобы не сагрить босса, сейчас я придумаю. Стой, стой, вой. Надо, надо. Короче, за час мы дошли до смотрителя. Ну, вместе с его убийством. Я посчитал. 8 минут еще у нас. Что-то медленно, мне кажется. Или нормально? Нормально. Так, регенимся. Даем фулл бафа. У нас пауза пока. Какой? Да, что-то один не захилишь. Ну, давай там, как врываешься, разворачиваешь его от нас и все. Милики не забываем, сферы заливаем. Ну мы же все в кучу будем ставить, правильно? Да, все под него. А я? Ты на расстоянии. Все, разворачивай. А ты хан. Вот мой босс, подойдите все. Сферы-то бить, наверное, надо, не? Ну да.
Ну так бить надо, подойдите вплотную, чтобы они заливали соловьёшки. Блять, ну короче, ладно. Будем бегать за сферами. Я фуриком был, бегал. Ну нахуя бегать, если можно просто всем подойти во фрейм его и бить. Ну кроме ханта. Может они не слышат? Увидел сферу, а у Ешки бахнул, все, она умерла, блядь. Ох. А давай босса наоборот у них поставим. А они же не босса вылетают. Че, он будет там синеть, нет? Да? Или уже посинел? Да, походу посинел уже. Ну вы его тогда убите. Давайте. Ого. Лол, зачем рот? Ладно, этот, где Т4 мой? Ну, два, два тебя. Вова, дамаг, скидывай давай, смотри. Че там, Вова? Скинул. Все, забрал в руки? Слава. Сколько тебе надо? 3-4, 2? Ну, можно 4-4. Не вывез что-то я. Там будет этот баф такой хороший на рейд. Шеи у меня нету, поэтому не дамажу. Шеи нету. Вот. Ресните меня там, а? Я просто что-то маленько случайно упал вниз, и этих троих я не смог убить. А я схожу к корму быстренько. Да я тоже хочу. Иди за мной. Давайте перекур. Да, по нашему обычаю, после профа перекур себе. Сколько там, кстати, Вов, подожди, на острове положитель дается за квесты там максимальное? 14, по-моему. Надо будет 3 дня потратить и купить себе шею нафиг. Хрен вот заколебали без этой шеи. Да чё там, курить или мы бьёмся, о, блядь? Курить пошли. И рез пропал. Давайте его добьём и пойдём. Аресните, пожалуйста, ещё разочек меня. Я буду вам очень благодарен. Спасибо. Ну тогда заодно и бафы тоже там обновите, да? И пойдемте покурим. Ёбаный в рот.
Вот эта вот хуйня, то, что я сейчас фотографию скину. Обозначает, что у меня может в любой момент сейчас врубить